В Караганде состоялось расширенное заседание Совета Центра медиации, посвященное Дню медиации в Казахстане. Члены Совета, представители Ассамблеи народа Казахстана, общественники и медиаторы обсудили роль этномедиации в укреплении мира и общественного согласия. Подробнее в следующем материале. Одним из значимых направлений медиативной деятельности является этномедиация. Роль этномедиации в укреплении мира и общественного согласия неоднократно подчеркивал президент страны, отмечают организаторы. Расширенное заседание Совета Центра медиации прошло под председательством руководителя управления внутренней политики области Нурлана Бекенова. Сегодня вы знаете, какая ситуация по геополитике. У нас в соседних странах происходят всякие столкновения военного характера. И Казахстан сегодня не мононациональное государство, мы проживаем разные этносы, потом всякие, которые каждый этнос, который мы должны объединять единый народ Казахстана. Помимо членов Совета Центра, в заседании приняли участие члены АНК и его структур, медиаторы, общественные деятели, переговорщики, ученые, представители молодежи. Сегодня у нас один из комплекс мероприятий, направленных на развитие института медиации, в том числе этномедиации. На сегодняшней встрече у нас более 40 представителей как института медиации, этномедиаторов, также других приглашенных общественных деятелей. Сейчас институту медиации уделяется очень большое внимание, так как он направлен на укрепление межэтнической дружбы, решение конфликтов и других очень глобальных вопросов. Институт медиации это в целом вызывает доверие общества, да, поскольку очень много медиативных соглашений поступает в суды, когда уже, если урегулирован один спор, то есть возможность урегулирования и другого спора. То есть плюсы в чем? В том, что при достижении медиативных соглашений можно будет выходить за рамки одного требования при утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации между сторонами. Внедрение института медиации в судебной системе показало свою востребованность, отмечают специалисты. По итогу первого полугодия суды Карагандинской области достигли порядка 50% примирений. Что касается суда по несовершеннолетним, количество урегулированных споров составило порядка 90% от общего количества медиабельных исков. Динмухаммед Амангазулла, Еркебулан Бекхожин, Нуржан Табриз, телеканал СРРК.